Сегодня с визитом на Брещину прибыла официальная делегация Республики Мари-Эл. Экономические связи с этим субъектом Российской Федерации в нашей области уже есть. За период с января по июль внешнеторговый оборот приблизился к 3 миллионам долларов США. Цифра немалая, однако, как отмечали сами участники встречи, далеко не максимальная. А сегодняшний визит должен помочь выйти на новый уровень как дружественных, так и экономических отношений. Мы прибыли с экономической миссией. Во-первых, чтобы представить регион, экономический потенциал, инвестиционный потенциал и найти какие-то точки взаимодействия. Во-первых, в сфере экономической деятельности установить, возможно, какие-то кооперационные связи, как вот сейчас на организованной встрече было отмечено, что много общего между Брестской областью и Республикой Мари-Эл. У нас индустриальная направленность, аграрная направленность. Так что, возможно, кооперационные связи – это одна из наших целей для того, что мы здесь сегодня находимся. Как и Брещина, Республика Мари-Эл – край агропромышленный. И это далеко не единственный объединяющий фактор, который может создать хорошую основу для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества. Встреча с руководством области – только первый пункт в списке запланированных мероприятий. Но и на этом этапе была видна обоюдная заинтересованность в дальнейшей совместной работе, укрепить которую помогут бизнес-контакты. А ждать их, вероятнее всего, долго не придется. Уже сегодня были отмечены отрасли, наиболее перспективные для взаимодействия. У нас экономическая миссия началась с города Витебска, Минск, Гродно и вот сейчас Брест. Конкретной договоренности нет, как я уже чуть ранее сказал. Цель представить, да, наш регион. На этих встречах присутствовали представители свободных экономических зон, отдельные предприятия. Мы обменялись контактами, есть определенные интересы, но это пока еще не конкретно и не точно. По возвращении в республику Мари-Эл мы будем общаться с нашими предпринимателями и, возможно, будут уже конкретные результаты, конкретные контакты. Анастасия Стробко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.